Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Материнский капитал станет полностью жилищным. Программу единовременной выплаты сохранят, но с 2016 года целиком изменится ее назначение. Материнской дотацией можно будет воспользоваться лишь для улучшения жилищных условий. Средства запретят инвестировать в накопительную часть пенсии, а также в образование. Причина – невостребованность этих направлений в списке предназначений документа. По данным Пенсионного фонда России, всего за время действия закона о материнском капитале было выдано около 5 миллионов сертификатов. Распорядились ими меньше половины, 43% владельцев. При этом более 2 миллионов человек использовали средства именно на улучшение жилищных условий. Единовременная выплата на второго ребенка в этом году составит 429 408 рублей. Это на 5% больше, чем в 2013. За все время существования программы в Сургуте и в Сургутском районе выдано почти 20 тысяч сертификатов. 35% владельцев сертификатов решили распорядиться средствами материнского капитала. А если в количественном выражении, то это 7109 семей уже распорядились средствами материнского капитала. Самое востребованное – это улучшение жилищных условий. На это направление израсходовано 6866 сертификатов. Книга жалоб. Злободневно, достоверно. Каждую неделю на телеканалах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.